Так, 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 так. двести сорок, 320 хитпоинтов. Так. Всем здорово, друзья. Сегодняшний гайд у нас будет на Люкантропа. Некоторые говорили, неинтересно будет Люкантроп. Ребят, будет интересно, я вам обещаю. И если вам, конечно же, интересно, новым зрителям, подписывайтесь на канал и будьте в теме. В теме по гайдам дотки. Итак, погнали смотреть спеллы. Первый спелл на данном персонаже — это суммон юнитов, в частности волков. Люкантроп у нас связан с волками, соответственно, будем вызывать волков. И в зависимости от уровня прокачки у нас будут создаваться волки посильнее или послабее. Давайте разберем. Смотрите, на первом левеле просто сумонит 2 волка. На втором сумонит 2 волка чуть посильнее, уже с критом. На третьем левеле создаются волки более сильные, имеющие крит и инвиз. И на четвертом уровне он вызывает 2 волка, которые реально сильные уже, имеют крит, невидимые, и бонусом идет 15 хп регена. По хитпоинтам у них будет так: на первом левеле 200, на втором 240, на третьем 280 и 320 хитпоинтов на четвертом уровне. К сожалению, этот персонаж пофикшен. Он был пофикшен еще, по-моему, с 80-й доты. И раньше у волков было постоянно 400 хитпоинтов, но теперь хитпоинты разделили. Как их разделили, я вам сказал. Калдаун 30 секунд по данному спеллу, и длительность этих волков у нас 55 секунд. Давайте же посмотрим, прокачали, вот вызовем. Вот такие вот у нас волки, смотрите, на первом левеле имеют определенный дэмэдж. И, в принципе, ничего серьезного. Давайте возьмем второй левел. Вот такие волки. Такие волки. 240, как я говорил, сейчас будет 280 хитпоинтов. 280 хитпоинтов и такой дэмэдж. И, соответственно, на четвертом уровне создаем вот такие вот волки более сильные. К сожалению, не 400 хитпоинтов, как раньше говорил, но вот такой вот волк. Реально сильные волки, потому что под бустами с Владимиром плюс сердцем Ферала будет очень жестко. В принципе, вот такой вот простенький спелл. Сумон. И все. Давайте посмотрим теперь второй, третий и, соответственно, ультимативную. Чтобы понять механику второго спелла на Люкане, ничего особо не нужно делать, нужно просто прочитать. Смотрите, на 10 секунд будет наш Люкан бафать всех на карте юнитов, соответственно, и героев союзных. Смотрите, что он будет делать у нас вообще. На первом левеле, смотрите, добавляет 14 дэмэджа героям и 5 дэмэджа юнитам. На втором 26 героям, 10 юнитам. На третьем 38 дэмэджа героям и 15 дэмэджа юнитам. И на четвертом уровне 50 дэмэджа героям и 20 дэмэджа юнитам. Калдаун и монокост у нас тоже различаются. Смотрите, КД и монокост будут так. Первый левел КД и монокост. Смотрите, первый левел КД 50, монокост 15. Второй 45-20. Третий 40-25. И четвертый 35-30. На четвертом, кстати, уже более такой балансное. То есть, ну, смысл есть прокачивать. Но как прокачать, я вам потом расскажу. Смотрите, как это будет у нас работать. Вот, вызываются, допустим, волки у нас. Нажимаем вой. И получает баф у нас. Смотрите, юниты по 5, 14. И, соответственно, вот наш союзник. И есть особенность, ребят. Если этот спелл еще идет по времени, а именно 10 секунд он идет, мы докачаем, смотрите. Даже не важно, докачан он или нет. Смотрите, на всех висит этот баф. И Фурион у нас создает крипов своих, и они уже будут пробафаны. То есть, соответственно, не обязательно, знаете, допустим, вот, блин, я там забыл, допустим, вызвать волков, теперь не получится пробафать вторым. Получится, ребят, если вы попадаете под длительность, то под бафом будут еще волки или, соответственно, какие-то другие юниты. Очень полезный спел, смотрите, просто дэмэдж. Дэмэдж, посмотрите, какой, да? Классный спелл, в принципе, но он, типа, дается временно, но все равно. Когда вам нужно, нажимаете, и какие-то персонажи будут бессильнее. В комбинации, допустим, с визажом, это реально прикольная тема. В общем, все. Давайте посмотрим третий спелл. Следующий спелл на нашем персонаже — это аура добавляющая. Смотрите, бонус к урону и атак спиду. Очень классный спелл. Это у нас, напоминаю, аура, которая дается всем поблизости. Кто находится рядом с Люкантропом, получает этот бонус. Смотрите, в чем заключается этот бонус. На первом левеле у нас будет добавляться 15% бонусов дэмэджа и атак спид. На втором 20% бонус дэмэджа и атак спида. На третьем 25% бонус дэмэджа и атак спида. И на четвертом 30% бонус дэмэджа и атак спида.
Это реально жесткая тема, потому что, смотрите, это реально аура, которая будет добавлять урон и повышать атак спид. Посмотрите, Фурион просто подошел и, соответственно, получает бонус к дэмэджу и атак спиду. Но есть такая еще приколюха, смотрите. Она стакается с другими аурами. То есть, посмотрите, просто имея рядом две ауры, посмотрите на наш дэмэдж, соответственно, у нас увеличен дэмэдж. Рядом Венга, она просто повышает дэмэдж, все вы знаете. И плюс у нас еще так спид повышен. Это реально прикольная тема, потому что это также бафает сумон, который начинает бить больнее и быстрее. И я не знаю, классная аура, ребят, я считаю реально классная аура, даже круче, чем у Венги. Но у Венги, смотрите, разница-то всего в 6%. Смотрите, докачаем, разница всего в 6%. То есть я считаю, что аура Люкантропа реально круче, чем аура Венги, потому что всего в 6% разница, а тут еще и атак спид дает, понимаете? Так что такая вот аура, ребят. Обязательно качайте ее, и будете бить сильнее и быстрее, и ваши союзники будут это реально тоже чувствовать. Давайте посмотрим теперь ультимейт на данном персонаже. Ультимейт на нашем персонаже, ребят, это метаморфоза, превращение в волка, соответственно. Смотрите, длительность будет у нас 18 секунд. И у нас тут будут свои бонусы. Какие, я вам сейчас расскажу. Смотрите, что у нас меняется с уровнями прокачки. А именно, меняется у нас только калдаун. Калдаун 120, 90 и 60 секунд на третьем левеле. Это, если честно, на первом левеле очень большой калдаун. Всего 2 минуты, реально, это, блин, это очень много. Но смотрите, какие у нас есть плюшки. Давайте прокачаем. Во-первых, происходит тут такой эффект. Персонаж превращается у нас в волка и, соответственно, быстро бегает. Бегает он с мувспидом 650 единиц, и вот эта вся тема идет 18 секунд. Также у нас появляется дополнительная способность, а именно это крит. 30% шанс нанести крит 1.7. Какие минусы могут быть у нас тут? Смотрите, минус первый. Первый минус — это когда мы юзаем метаморфозу нашу, мы ничего не можем делать. Мы задизейблены примерно на 1.8-2 секунды. То есть не стоит забывать, ребят, что когда вы нажимаете ульт, то вы будете задизейблены. Это вот часто нажимается так в драке и теряется время, но в принципе мувспид 650 должен это как-то немного как бы скостить вот эту всю тему, но все равно я считаю, что это реально сильный минус. Также по окончанию ультимейта также у нас будут такие же проблемы, персонаж будет некоторое время неуправляем, поэтому необходимо будет перекликивать нашего персонажа. И, в принципе, по этому ультимейту все, по длительности я сказал. Монокосты на каждом уровне будут у нас 100 единиц. В принципе, простенько. Волк, больно будет бить, быстро бегать, и все. Смотрите, сейчас будет заканчиваться. Вот, заканчивается ульт, вы видели, он когда бахнул эффект. Вот здесь сейчас увидите. У нас персонаж был неуправляемый. Вот это такой минус. В принципе, по ультимейту я все рассказал, по способностям тоже. Давайте посмотрим на практике, что может этот персонаж и что ему я лично собираю. И как его можно собирать по-другому? Поехали. Топ я. Ладно, потом не будем уходить в лес. В общем, по начальному закупу что мы будем делать? Обязательно берем щиток, и я считаю нужным взять, в принципе, топорик. Хотя можно, в принципе, его докупить боковых. Но можно и пойти, в принципе, на центральную. Но в нормальной игре лучше на центральную не ходить, уступить более сильному персонажу линию. И чтобы было по кайфу нашей команде, так сказать, без руина. Изи выиграть. Можно идти в лес, но в лесу будет стоять очень тяжело, потому что этот персонаж, как я уже говорил, сильно пофикшен. Пофикшены волки, и, соответственно, в лесу с волками по 200 хитпоинтов делать абсолютно нечего. Так, смотрим по пику. Есть все такое дело. Ну, с антимагом идти толкаться тоже не сильно хочется. Ладно, гоу. По дефолту. Хилочка, фласочка, маночка, и поехала. Так. Ну, вес такого пика будем бахать. Посмотрим, что у нас получится. И будем душить, будем душить. Так. Что у нас по пику тоже? Снайп, вивер, некор и АМ. Ну, АМ будет чисто кормушечкой. А, так вот, главное, что самое, ребят, то мы пойдем, скорее всего, тупо в пуш. Можно уйти в дэмэдж, но, честно, люканов дэмэдж я не очень люблю. Мне по кайфу в пуш вообще. Реально, в пуш очень дерзкая тема, потому что позволяет сносить товара. Но я просто очень хочу показать, как падает хайграунд, когда у вас некры и раскачанный второй и третий. Плюс волки. Это реально очень жестко, потому что ХГ
сносится просто молниеносно. Так, ну не будем руинить, оставим парню руну. Все, хорошо, идем на топ-лейн. Давайте попросим его просто взять, выфармить базилку, если даст. И уйдем в лес, наверное, чтобы ему особо не мешать. Посмотрим, что у нас тут будет на линии. Ну, по-моему, тут Тини ДС. Тини ДС тоже неприятно, на самом деле. Ребят, и на первом левеле что прокачать? Я считаю, вот сейчас нам волки абсолютно тут не нужны. Прокачаю третий. И попробую немного поластхитить. Чтобы было более комфортно ластхитить. Но тут ДС, видите, ДС будет очень сильно пушить линию под наш тавер. И, соответственно, нужно побыстренько выкупить базилу, так сказать, с магазина за 500. И уйти в лес. Чтобы приносить потом импакт в дальнейшем. Так, ну добиваем хорошо крипов. Тут антимаг у нас тычкуется под щитом ДС. Но это, если честно, очень плохо, потому что по хитпоинтам очень сильно проседает. Да, сегодня будет стрим. И пишем ДНД, чтобы ребята не отвлекались сильно. Так, ну надо добивать. Не добиваю, не хватает немного дэмэджа. По таверам очень плохо ласхитить. Реально очень плохо. Оп, добили. Хорошо. Возьмем вот эту тему. ДС за крипов там дерется с тиником. Но нормальная тема. Нормальная тема. В принципе, здоровая тема. Антимаг у нас пошел на отводы. Тоже, в принципе, верное решение, потому что у нас очень сильно тянут линию. Соответственно, нужно какие-то решения принимать по поводу фарма, соответственно, жизни на линии. Так, отлично. Добьем, будет хорошо. Хорошо, ну нам нужен курьер, чтобы не вести его два раза. Я постараюсь взять в боковом магазине свой нужный артефакт. Закидывает там Тини ДС. Очень забавно, если честно, выглядит, когда Тини кого-то тосает из тиммейтов. Еще и под тавер тот хапает. И полуживой вернулся с базила. Ребят, на самом деле что-то такое интересное. Оставляет меня антимаг один на линии. Он пошел законтрить руну и законтрить центрального мидера. Ну, классное решение. Довольно-таки для мейн-кора пойти прогуляться, оторваться от фарма. Я у него попросил всего 500 монеток. И уйду в лес, но он оставил мне линию. Иди сюда. Качай третий, бери вампиризм и стой спокойно. Ничего не нужно делать. Не нужно придумывать велосипед. И поехали. Так, антимаг у нас возвращается. Забираем последних крипеев. Крипеев. И уходим в леса. Ребят, первым артефактом, реально считаю, полезным будет собрать ему Владимир. Дядю Володю. Все, фармим. Фармим. Мне тут делать нечего. Включаем базилу, главное не забыть. Я обычно базилу всегда выключаю, чтобы не палиться на линиях. Ребят, монокост очень жирный, 145 на волков, это очень много. И стараемся, когда фармим лес, все же, чтобы не потерять волков, нужно их подконтривать немножко, чтобы, ну, они не умирали и вносили как можно больше дэмэджа. Это соответственно и понятно, и всем, я думаю, ничего сложного, отвести волка нет. Немного подтанчить. Плюс у нас есть щиток. Слабенького волка самого отводим. И все, все в принципе просто. Все в принципе просто. А под конец уже, когда у них время жизни заканчивается, можно в принципе хитпоинты не терять и соответственно слить их. Так, ну фурболгов я не люблю. Потому что фурболги топают. И это реально неприятно. Ну чуть подтанчим. Отойти. Сейчас топнет. Все, отлично расконтрил. СС пишет, но не будет тут СС. Ребят, не вижу смысла вызывать волков, когда у нас вот такая вот линия по экспириенсу. И, соответственно, нужно постараться добить эту экспу. Что мы, соответственно, успешно делаем. И, соответственно, далее вызывать волков уже более сильных, с инвизом и с большим количеством хитпоинтов. И, соответственно, дальше душить лес. Все, в принципе, просто. Успеваю законтрить тут. Хорошо. Пока, в принципе, идем, можно включить ману, чтобы немного восполнить. И я вот думаю, на самом деле, можно ли взять нам тут маску сейчас и подтанчивать уже. Так, но волки сливаются. 3 секунды. Не сбиваем себе ману. Не сбиваем, вызываем волков и все.
Думаю, все же либо маска, либо хидреска. Хидреска нам позволит стоять в лесу более продуктивно. Но не дают нам просто банально курьера. И тут будем стоять, в принципе, я думаю, до 7 уровня. Но на 85-й карте, конечно, ребят, стоять в лесу, это нужно быть азесом, пишущим гайды. Это серьезно. На 85-й в лес лучше вообще, в принципе, не ходить. Потому что, ну, такое. Такое. В профите файтинге, но, как видите, линия не очень удачная. Если бы я стоял с какой-нибудь СМ-очкой, да, безусловно, но не с антимагом. Поэтому, как говорится, вся вот эта тема вот такая имеет место быть. Так, ДС там уже начал наглую наглеть и подпушивать линию. Жестко, через щиты, и тут собирается какой-то файт, походу, нет, но близко подходить я не буду. Близко подходить не буду, и изи кэмп я тоже не могу подфармить, к сожалению, но вот у нас приходит вивер. Давайте пошлем наших волков на тиника, будем чуть-чуть подгрызать. Все, найс, пошли, дэмэджи. ДС просто убегает. Эх, ну хотя бы вот этого пацана, но у меня нет сапога просто, но волки могут поправить эту ситуацию. Волки могут поправить эту ситуацию. Попробую подблочить волком. Успешно получается. И добиваю просто. Это просто excellent. Это самая лучшая вариация того, что могло вообще в принципе произойти. Я забираю фраг. Просто будучи вытащив руки из карманов. И все. Дальше продолжаем формировать. Уходим в Владимирск, как я уже говорил. И далее будем просто делать пушайти. Пушайти. Надеюсь, сосайте не будем тут делать. Так. Ну, волки у нас уже кончаются. Не вижу смысла их контролить. Чтобы они у нас не сдохли. Но вот этого можно расконтрить. Потому что у нас еще два кемпа впереди. И у нас есть уже Володька. Но мне нужен курьер, который постоянно летает. Ребят, не стоит забывать, что если мы выделяем сумон вместе с нами, то, соответственно, movement speed у нас будет одинаковый. То есть, если волков будем юзать отдельно, у них move speed будет немного другой, отличаться от нашего. Так, хидрес. Собирается через хидрес, ребят, не стоит забывать. И берем две маны. Две маны нам пригодятся. Все, есть у нас волки в 4. Инвокер нам приходит, посмотрите, быкует, быкуется, хочет сапогом просто антимага убить. Убить сапогом любой ценой там, я не знаю. Кстати, очень неплохо забирает наш герой Рошана. Раньше он забирал его еще лучше, но сейчас немножко потяжелее и как бы вот так. Ребят, волки у нас теперь имеют регенерацию, поэтому правильный контроль данных волков, не сливаемых. И, в принципе, на одной пачке волков мы можем очень много зафармить кемпов. Это все, в принципе, вот так и работает. Так, у нас там наглеют ребята. Можно пошугать их волками. На ауре нам будет, в принципе, плевать на этот щит ДС. Абсолютно плевать. Но и можно, в принципе, попробовать забрать его. Юзается у нас тут Search. Убегает просто. Парниша убегает. Надо добить. Так, ребят, ну... Тавр нельзя отдавать просто так. Некор там душит. Некор душит. Хорошо, вызываем. Гоу, ману. Третий докачиваем. Возьмем сейчас сапог и будем выходить в некрочей. Некрочей. Сейчас на такой пассивненький немного гейминг, ребят. Но в лейт-гейме этот персонаж просто... Просто мощный. Так, ну я не потерял свою ману. В принципе. Ну, этот тавр я не вижу смысла идти пушить. Считаю нужным пойти. Много погонять лесных крипов. Ладно, не будем тут мешать фурболгу. Пусть фурболга... Загрызу. Смотрите, как они его грызут. Просто с этим атак спидом, как я уже говорил. С фералом. Очень жестко получается эта тема. Что наши волки начинают просто грызть за ноги. Отгрызать ноги и просто тому подобное. Раньше собиралась, я помню, отлично в профите медалька. Не знаю, может кто-то и собирает сейчас медальку на данном персонаже. Ребят, напишите в комментах, если честно. Важно знать, сколько у нас еще осталось таких олдов, которые собирают медальку на волка и заставляют волков грызть еще сильнее энеми. И, соответственно, так и живем. Ребят, ну отходят они от тавра. Посмотрим, сколько мы нанесем дэмэджа за, так сказать, отсутствие энеми за один заход. Так, кто у нас желтый? По-моему, ДС. Ну, ДС мы немного погрызем сейчас. Немного погрызем. Смотрите, он остается.
Он остается, и можно, в принципе, попробовать его, в принципе, совсем загрызть. Но нужен крит. Вот он. Просто словесный крит, как говорится. Откусили ногу ДС. Просто с косточкой в зубах уходим под тавр. Можно, в принципе, наверное, отсюда, ребят, лучше уйти. Волками собрать дань. Но можно, в принципе, остаться. Так, Тини идет. Это Тини, ребят. Тини нужно немного подблочить будет. Все, ушли. Хорошо. Требует немного микроконтроля, ребят, если вы хотите какой-то... Ой-ой-ой-ой-ой, Вудоты. Да, вот она, Вудота пришла. Вудота пришла. Ну, нету вардов, как говорится, квадраты Малевича, и, соответственно, наказали меня. Так, ребят, ну, раз волки еще живы, в профите будет попробовать подобивать нескольких еще крипов на линии. В дэмэдж люкантроп, не знаю, я очень давно в дэмэдж не собирал люкантропа, не знаю, имеет ли смысл собирать его в дэмэдж в 2020 году, ведь пуш это всегда круто. Так, дается у нас тут прокаст, откусываем ногу дитку, и у нас сейчас уже будет респаун. И, ребят, ну не знаю, на самом деле, тут будет игра более чем интересна, я уверен. Я уверен в этом. Берем вот так вот, делаем. Визард берем. И сейчас как делаем ТП, сразу же создаем волков, чтобы у нас во время того, как идет вот этот триген с ТП бейс, так сказать, чтобы мы получили халявных бесплатных волков по акции. Так, ну команда стягивает. В принципе, в пушерском люкантропе главное, чтобы команда стягивала наших enemy героев на одну линию, а мы по другой линии, соответственно, спокойненько шли бы и ломали все нафиг просто. Так, ребят, ну, я считаю нужным купить все же вард, потому что без варда абсолютно невозможно будет сплит-пушить. Это тоже один из таких неприятных сплит-пушеров. И, в принципе, у нас сейчас уже будет 10 левел, и можно будет пойти попробовать забрать Рошана. Но без медальки, конечно, не особо получится. Но, кстати, за один заход, смотрите, сколько отняли хитпоинтов. Но сейчас мы просто доколотим этот тавр. И волки просто загрызли, я не знаю. Волки загрызли. И тут, ребят, уже слишком жарко. Я чувствую, уже надо уходить отсюда. Так, ну вард мне не дают принести. Сконтрим волков немного. Отлично. Гоу ТП-шечку. И можно будет сместиться по тактике на другую линию. Волки здесь, поехали. Инвокер там. ПТ делает, что ли, непонятно. Ну, скорее всего, Мидас плюс сапог, но Мидас какой-то очень поздний будет, походу. Так, волки еще живые. Руби дерево и заходи в кэмп. ДС на низу. Ардиенсу некор там. Ну, некор просто какой-то соливар не делает. На самом деле, даже не знаю, в чем будет интерес дальше играть эту игру. Если некор там просто соло пенетрирует. Но может будет какой-то камбэк. Некор немного подфидит и будет интересно. А возможно придется играть вторую игру. Но это не точно. Если у нас некра, в принципе, первого левела, давайте мы их принесем заодно вард. Будет прекрасно. Будет прекрасно. Будет прекрасно. Хорошо. Я под тавр не пойду за ним. Я не наркоман. Я не курю, так сказать, и не пью. Шутка. Понимаю. Так, ну... Лишаем тавр возможности жить. Так, увели. Хорошо. Давайте второй бафнем. Просто в наглую тут запушим. В наглую запушим. Одного волка казнили. Все, хорошо. Просто на изи, как видите, падают товара. У нас просто так, смотрите, ничего, будучи не имея на дэмэдж, мы просто так имеем кнопки. Ой, ну инвокер тут, по идее, с тиником должны забрать. Да нет, ему просто плевать этому некролайту. Он просто их там всех натянет. Найс, мид постоял. Так сказать. Он всех там убьет. У него радиенс, просто ранний радиенс. Смотрите, инвокера тут тоже запили. Просто соляру делает парень. Просто соляру заливает в баки энеми. Ну это, честно, жесткая какая-то тема. 13-0 парень отыгрывает. А наше дело запушить. Сможем ли зайти на рампу на 20-й минуте? Как думаете?
Я думаю, это вполне реально. На Люкантропе главное выдержать позиционку и... Смотрите, что мы сейчас будем делать с Тауэром. Кстати, главное еще, ребят, переконтрить, чтобы у волков атак рейндж намного меньше, чем у, соответственно, наших крипов. Поэтому Тауэр после того, как умирает ближний крип, начинает бить нашего волка, так как волк находится ближе к Тауэру. Так, ну некро наконец-таки наказали, я очень рад. Давайте пойдем немного по низу. Смотрите, они все на низу, а я иду. Я сейчас просто зайду на хайграунд и немного... Немного подолблю. Т, смотрите, как немного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну тут надо жать ультимативную и убегать. Пересоздать волков. Просто посмотрите, что произошло. Я просто почти снес им хайграунд. Так это некра даже у меня просто первого левела, чтобы вы понимали. Это просто почти минус хайграунд. Ребят, ну я донесу этот тавр. Я зайду где-то на хг, где-то на 17 секунде. Ой, на 17 секунде, на 18 минуте где-то, или на 17, ну уже 16, где-то на 17 минуте я зайду к ним на хайграунд и, соответственно, сделаю им минус ГГВП. Так, ну там пишет, это же фаст финиш. Понимаю. Волчара злая. Злая волчара, кусающая ноги. Не знаю, ребят, стоит ли в дэмэдж собирать данного персонажа. Можно собрать в дэмэдж. А пусть идет парень по своим делам, я тоже тут как бы... У меня работа. Закусать ноги. Кто там тпхнулся, Нека? А, у меня свои дела. Не переживай, братишка. Ну, не знаю. Вот думаю, на самом деле, разделить гайды. Знаете, как делать? Типа дэмэдж, либо пуш. То есть, ну, не знаю, юниты когда пробафаны. Это реально жесткая тема. Так, тут аркана какая-то прожимается, беспалевная. Скорее всего, тут кто-то есть, и этот есть. Да, это ДС у нас тут. Ребят, ну, гоу. Наверное, в лесочек в наш отойдем, так сказать, покурим. Добьем некрачей. Так, ну волка не хочется сливать на ботом лайне. Лишний раз я тоже не хочу нажимать на хоул. Тоже такое. Маны, маны, с маны сейчас проблема и... Хорошо. Отправим крипов наших на мид. И погнали, погнали за некрами. Так, ну некров мы тут походу не сделаем. Тут некролайт у нас пушает. Если добьем, будет хорошо. Не, не добиваем. Ну 1000 у нас остается на кармане. Все равно никаких плюсов не получили. Попробуем все же кого-нибудь хотя бы добить. И нужно... И вот это плохо, кстати. Но не дают, не дают. Надо пытаться с деда вот этого за ногу загрызть. Деда загрызли. И... Отлично, и на ТПшечку все, найс, перфект просто. На ТПшечку, ну почти на ТПшку, ну ладно, продадим топор. ТПшка 3 секунды и поехала. И пойдем по ботум лайну, возьмем вардик. За варди мы, да, ну в принципе не к 18-й, к 20-й минуте. Можно сейчас вообще рошу в принципе пойти, но это будет минус некрачи. И заход на хайграунд у нас отложится на еще на минуту. Но хочется сейчас зайти, если зафайтятся, ребята, можно попросить. Ребята, стяните их, плиз. Плиз от меня, я снесу ХГ. Я, вот, когда Люкантроп был немного другой, где-то 80-я карта, я в своих 17-х сезонах очень много поинтов заобузил на этом персонаже, потому что это реально... Жесткая тема, данный перс раньше был намного сильнее, ультимативная была намного сильнее. И реально этот персонаж был круче, я считаю. Так, ребят, ну некр на топе умер, по ботаму иду. И, соответственно, не думаю, что что-то тут получится. Ребята их не стянут, соответственно. Некров поднимать просто так тоже не хочется. Можно, если сейчас они выйдут на линию, а именно на бот, если я тут сейчас кого-то увижу, то я пойду, скорее всего, на Рошана. Это будет... Да, надо уходить. У Тини есть дагер. Запрыгивает. И идем все же, ребят, на Рошана, потому что тут хайграунд у нас не получится зайти. Никто не стянут у нас по другим линиям. Соответственно, будет у нас один, два. Два героя будут на хайграунде, соответственно. И, к сожалению, не увенчается у нас успехом заход. Так, ребят, секунду, посмотрим. Нет, не идут, все, можно спокойно вызывать некрачей и ломать
Рошана, смотрите, как падает у нас Рошан. Он просто в шоке с этого урона. Отведем волка немного. Все, возвращаем. Смотрите, просто посмотрите на этот дэмэдж. У них и так дэмэджа много. У этого вообще, смотрите, 200 урона с руки. Это как понимать вообще? Кстати, ребят, не упомянул в самом начале гайда, во время того, как мы находимся в метаморфозе, все наши юниты, которые под нашим контролем, они будут адаптироваться под нашего героя по movement speed. Это очень важный момент, который я упустил. То есть, в случае, если у вас где-то по карте есть волки, и вам кого-то вдруг надо на скеле проблочить, вы можете заюзать метаморфозу и волками побежать, как бы, ну, делать свои делишки. Ребят, ну, КД еще 40 секунд, только половина, но, в принципе, до хайграунда можно успеть дойти, там начинается файтинг. Давайте хоул нажмем, чтобы нашим союзникам было попроще драться, чтобы был дэмэдж в игре. Так сказать, не АФК люконтроп. Идем в пуш, у Найкса там армлет. Но я даже с его армлетом я его победю. Победю, у нас есть почти некра, 18-я, ну 21-я минута, нет, не зашел. Ну до 25-й игры, в принципе, люконтроп заканчивает игру с некрами. Главное выиграть позиционку, чтобы тиммейты зафайтились. И все. Ну, если честно, не вижу сейчас смысла идти на хайграунд, но можно, в принципе, попробовать. Сольем волков. Хоул. Давайте запушим. Так, с Найксом подраться можно. Смотрите, как у него летают хитпоинты. Загрызли. Сумон загрыз. Так, и бежит парень, но бежит явно на свою смерть. Хотя у меня сейчас ультимативно кончится. Вот, потеря контроля. Хорошо, некра грызут, но серч опять прожимается. Вот так вот сделаем. Хорошо. По-моему, изи, но тут сейчас еще санстрайк ожидается. Ну, не знаю. Все. Я даже Аегис, в принципе, не слил. Я собирался сейчас слить Аегис, но все равно. Не удалось, как говорится. Ребят, есть еще очень много маны, но по хитпоинтам я просел. Есть у нас курьер, давайте возьмем Тревела, раз мы идем в пуш. Идем в пуш, есть у нас ультимативная, берем Тревела и, в принципе, пойдет. Найс. Хорошо, ну отойдем. Наверное, отойдем. И гоу вот так вот волков. Вот, ребят, покажу вам сейчас одну страту через Тревела. Получится 100%, я более чем уверен. Пока попылесосим лес, немного восстановим все хитпоинты и... Когда файт начнется и крипы будут максимально подпушены к ботом-лайну. Так, забираем крипа, хорошо. И вот этого бы еще забрать, было бы вообще прекрасно. Ох уж эти музыканты. Ох уж эти музыканты. Девчонки там. О, я заберу, возьму. Возьму, ребят. Дайте. Приз регу. Спасибо. Вот так вот. Отлично, так, ну подпушиваем эту линию, ребят. Подпушиваем bottom line. Ребята, если бы стянулись наши тиммейты. Смотрите, как они его грызут. Это тут же ему смерц просто. Смерц просто. Посмотрите, что ж ему больно. Он просто упал. Вот, ну реально. Погиб герой, погиб. Ребят, не знаю, имеет ли смысл идти по ботам у всей толпой. Но можно, в принципе, зафайтиться. У меня есть Аегис. Гоу, зафайтимся реально с командой. Просто в наглую зайду на рампу. Подниму волков, сделаю хоул. И просто буду пушайти делать. Зажмем метаморфозу во время файта. Именно потеряем немного времени. Но ничего страшного. Начинается у нас файт. Юзаю метаморфозу. Побежали. Просто грызем за ноги, грызем за ноги. Некрочи должны грызть. Посмотрите, какой дэмэдж дилер у нас на люконтропе. Так, вот этого пацана загрызть. Хорошо, тени его подкидывает. Но я буду наносить еще тычку. Хорошо, загрыз. Загрыз. Просто за ноги закусал. Все умерли. Курьер прилетел зачем-то. Лети отсюда. А, это курьер нашего тиммейта. Ребят, гоу. Ну, страту, наверное, не покажу через волков, ребят. А именно, в чем заключается смысл? Но все равно, ребят, постараюсь показать. Падает у нас Аег. Давайте мы затанчим этот тавер. Сольем Аегис. Надеюсь, Аегис не будет у нас спадать в тот момент, именно когда я буду умирать. Эх, подхиливает. Так. Ну, надо умирать. Ребят, надо умереть. Вот тут вот сделаем вот такой вот импакт.
Хорошо, создали волков и умерли, соответственно. И минус вторая сторона. Все, я ухожу на ТП, ребятки. Ухожу на ТП. Можно сделать Блэкинг Бар, можно сделать Баш. Я сделаю БКБ и куплю Джавелин, соответственно. Я думаю, это будет более чем нужная тема нам в данной ситуации. Сколько у нас там? 29 секунд. И тут еще, да, тут еще есть время на то, чтобы сделать ТП на волков с помощью Тревела. Тревел с помощью юзания тревелов. И у нас тут, смотрите, у нас тут, походу, сентрик поставил. Да, сентрик поставил, потому что, как правило, обычно такой неординарный мув у нас сделал инвоки. Он раз, что-то опа, такой остановился. Так, пацаны, что там, как дела, и все. Ладно. Создаем волков, одного волка отсылаем, чтобы у нас был засланец на хайграунде. Сейчас стороны будут все подпушены. Мы можем спокойно сделать телепорт на какую-либо сторону. Enemy и, соответственно, успешно зайти на хайграунд, прожав Blacking Bar с помощью телепорта. Все. Все просто. Тактика очень проста. У нас очень какой-то мощный некролайт в игре попался. 20 на 2 отыгрывает. Но и, в принципе, я был уверен, что и так мы это выигрываем. В принципе, и так, и так. Так, ожидается ли у нас какой-то файт? Нет, видимо, не ожидается. Ну, телепорт, не знаю, есть ли смысл туда юзать. Самое пекло. Гоу! Гоу, напишем ребятам, чтобы пошли. Нужно подраться. Я считаю, нужно подраться, ребят. Очень хочу подраться. Так, инвокер у нас там караулит одну сторону. Но не хотят, ребята, отдавать. Можно, знаете, как сделать? Стянуть их всех на низ. Типа, а, тут свежее мясо, посмотрите, тут на люкантропе дурачок. И сделать ТП в спину. Это будет просто. Это будет просто прикольно. Че, ладно, гоу. Гоу. Хорошо. Поднимаем некрочей просто. Юзаем форму. Ну, когда ЕС будет бахать, у ЕСа нету ничего. Юзаем БКБ и просто доламываем сторону. 26-я минута просто. Уничтожение хайграунда идет. Все хорошо. Хорошо. Просто снесли хайграунд. Ауру мы где-то потеряли. Где-то у нас аурер остался. Закусываем эти тавура тоже. Хорошо, создаем волков. Хоул. И закусывается у нас еще этот тавр. В принципе, хайграунд на 27-й минуте есть. Давай, баха, я знаю, ты хочешь это сделать. И волк укусил за ногу. Просто есть и ГВП. В общем, вот такая катка, ребят, не знаю. В дэмэдж. Если хотите данного персонажа собрать в дэмэдж, в принципе, дело ваше. Но вот именно на пуш тоже не менее полезный персонаж. Снес я довольно-таки много снес товаров, плюс хайграунд на 20-й минуте попытался зайти, и, в принципе, успешно не спушили под Аегисом. Персонаж именно для игры в ранней стадии, вот серьезно. В лейтгейминге, конечно, будет потяжелее, а если у вас еще хорошие тиммейты, которые будут затевать файты, и вы будете спокойно сплитпушить, то это залог успеха. Хайграунд ломается, вы сами видели как. В общем, кому видосик зайдет, ребят, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. И будьте в теме, следите за гайдами и обязательно заходите на стримы в 19 часов по МСК, как правило, каждый вечер, но бывает немного задержишься из-за того, что просто очень много работы, ребят. Спасибо за понимание, с вами был Азиз и до скорого.